Чувашии ситуацию с коронавирусом мониторят в круглосуточном режиме. Для этого создана рабочая группа. О том, как предотвратить распространение COVID-19 на территории республики, говорили на заседании в формате видеоконференции с главами муниципальных районов и городов. В регионе работают специальные мобильные бригады, которые контролируют граждан, прибывших из-за рубежа и других регионов страны. На сегодня таких у нас 1553 человека. Первичная и главная задача – мы должны до пятницы понимать, где эти люди, соблюдают ли они режим самоизоляции и насколько у нас организована система совместной проверки нахождения этих лиц на территории Чувашской республики. Карантин длится 14 дней. В течение этого времени пациент обязан находиться в режиме самоизоляции. Так, в Новочебоксарске из 252 приехавших благополучно прошли карантин 83 человека. Вопрос, что с остальными, пока остается открытым. Как вы до пятницы планируете их найти, определить их место расположения и выдать им предписание Роспотребнадзора, когда у вас на сегодняшний день имеются сведения о проверке только по 8. То есть мы говорим более чем о 150 людях. Мы вручили 83 постановления. Из 171. Да. Остальные мы отработаем сегодня-завтра. У нас работают 2 мобильные бригады. А сколько в день одна мобильная бригада адресов посещает? Сколько? 20-30, в зависимости от удаленности. Поиски осложняются тем, что многие не проживают по адресу прописки. На выяснение фактического адреса проживания тоже уходит время. Шамуршинский район, 10 человек у вас стояло на контроле. 2 из них находятся на самоизоляции. 8 остальных где? 4 проживают по иному адресу. Анализ отрицательный. Пока выясняем адреса 4 человек, там... Из них 2 в Казани, Москва и город Чебоксары стоят. Сегодня выясним. Но у вас, вы понимаете, да, что должны стоять фактические адреса, да, куда они должны дозвониться, опросить родственников, соседей, указать конкретный адрес, вот прям фамильно. Самодисциплина и самоизоляция – сейчас то, что может помочь. Жители просят быть сознательными, выдерживать 2-недельный карантин и не выходить из дома без острой необходимости. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. В Чувашии уменьшилось число тех, кто находится под медицинским наблюдением по COVID-19. Это те, кто прибыл в республику из других стран, а также люди, контактировавшие с пациентами с подтвержденным диагнозом. На утро 1 апреля в республике по-прежнему 1 официально подтвержденный случай. Пациент 2 недели провел в изолированном боксе инфекционного стационара БСМП в Чебоксарах. Если завтра у него результат анализа на COVID-19 будет отрицательный, его выпишут домой. Сейчас под меднаблюдением чувашских врачей остается 874 человека. Медицинское обследование на COVID-19 с начала года прошли 1527 человек. В Чувашии в соответствии с распоряжением правительства страны подготовлен обсерватор, который сможет принимать больных коронавирусом. Чувашия получила 218 миллионов рублей на оснащение коек для больничных коронавирусом. Всего регионам России на эти цели выделено почти 33,5 миллиарда рублей. В больницах создадут или перепрофилируют специальные палаты для приема таких больных. Минздрав республики ранее сообщал, что скоро в Чувашию поступят дополнительно 94 аппарата искусственной вентиляции легких. Также в республике цеха Чебоксарского трикотажа и фабрики Пике стали производить защитные маски. Продукция имеет все необходимые сертификаты для масштабного производства. В вагонах поездов теперь стоит едкий запах хлорки. Уборку плацкартов и купе делали всегда, но сейчас из-за коронавируса меры профилактики на железнодорожном вокзале в Чебоксарах усилены. Дезинфицируют не только транспорт, но и внутренние помещения, залы ожидания, кассы. Не забывают про входы и выходы. Обработка проводится через каждые 2 часа. Безопасность превыше всего. Промываются полы на поломоечной машине, протираются стены, подоконники, поручни, ручки дверные, все сиденья, скамейки, розетки, выключатели. А также во всех помещениях проводится аналогично и в санитарных комнатах такая влажная уборка. В зале ожидания у нас все скамейки расставлены на расстоянии 1 метра. Пассажиропоток спал, намного уменьшился, если... Вместимость нашего поезда сегодня должно было быть где-то 250-260 человек, то приехало всего 133 человека.
Пока поезда ходят по расписанию. Рифат Фаткуллин, Республика. Сегодня все социальные учреждения республики под ведомством Минтруда работают в новом режиме. Вот что об этом нам рассказала министр труда и соцзащиты Чувашской республики Алена Елизарова. Во всех центрах социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних отменены массовые мероприятия и групповые занятия. Сотрудники организации социального обслуживания населения работают в дистанционном режиме. Они консультируют граждан, оказывают социально-психологическую и юридическую помощь по телефонам горячей линии. Особое внимание сегодня уделяется одиноким пожилым людям, которые нуждаются в уходе и в поддержке. Социальные работники сегодня доставляют на дом продукты питания и все необходимые лекарства. Они также помогают решить им бытовые вопросы и проводят активную работу по информированию всех граждан о мерах профилактики инфекционных заболеваний. Также отметим, что изменился режим работы отделов социальной защиты населения. Встать на учет в качестве малого имущего, либо обратиться за новой мерой социальной поддержки, то заявление соответствующее можно подать через единый портал государственных услуг Чувашской Республики, либо в письменном виде посредством почтовой связи. В условиях пандемии люди все чаще остаются дома, но в Великий пост многие православные обращаются за утешением в Дом Господний. В Чебоксарах в одном только храме новомучеников, исповедников в обычное время могут совершать молитвы до 700 человек. Но духовенство пошло на беспрецедентные меры, чтобы обезопасить людей. Представители разных конфессий призывают временно воздержаться от посещения храмов и не ходить на массовые молитвы. Для верующих разработали специальные меры безопасности. Чтобы не подхватить болезнь церкви, дезинфицируют иконы, обрабатывают руки. Теперь крест не целуют, а причащаются из серебряной лжицы. Прихожане, как вы сегодня у нас в храме видели, они стоят на расстоянии, близко не подходят, у кого-то маска есть. И должны сотрудники вместе молиться с батюшкой, священником. Сотрудники тоже должны иметь маски и должны дезинфицировать, должны за чистотой следить. У нас народ привык, любит прикладываться к иконам. А больше всего, сейчас я замечаю, прикладывается щеками. Это сегодня у нас самое-самое хорошее время, когда есть возможность дома помолиться и онлайн смотреть по телевидению службы. Ну, а и причащаться, кто желает, у кого больные, есть и слабые, домой надо приглашать священника. Всегда всем даем телефоны священников, и в церковной лавке телефоны можно получить. Без особой нужды верующим рекомендуют до особого патриаршего благословения сидеть дома. Это не прямой запрет, пусть каждый сам для себя определяет и делает выбор. Представители всех конфессий сходятся в едином мнении, что жизнь и здоровье прихожан превыше всего, и призывают с пониманием отнестись к серьезным мерам. Уважаемые мусульмане, братья и сестры, проживающие в Чувашской Республике, в связи с известными событиями, которые происходят в мире, органы государственной власти предпринимают все возможные меры, чтобы не распространить коронавирусную инфекцию. 13 марта этого года Духовное собрание мусульман России, в которую входит и муфтият Чувашской Республики, наши ученые издали документ, который разъясняет ситуацию и о мерах профилактики распространения коронавируса в религиозных учреждениях. Согласно этого документа мы обращаемся ко всем нашим дорогим, уважаемым прихожанам. Все эти предложения, они нацелены на одно, чтобы сохранить жизнь человека. То, что сегодня после обращения и главы нашего государства –
И также тех мер, которые в Чувашской республике предприняты исполняющим обязанности главы республики, правительством и других ответственных органов. Хочу заметить, мы должны воспринять эти установки, во-первых, как законопослушные люди, мусульмане. Во-вторых, мы должны понимать, что это все делается во благо нас, чтобы сохранить жизнь людей, чтобы не дать распространиться коронавирусной инфекции. Так давайте же вот и эту неделю мы посвятим целиком и общению со Всевышним Творцом. И верующий человек, если у него в сердце есть иман, вера, он Всевышнего найдет везде. Поэтому я прошу вас и обращаюсь к вам сегодня с просьбой еще раз воздержаться от посещения коллективных намазов в мечети, от коллективных других мероприятий, с пониманием отнестись, сократить участие и других религиозных мероприятий. И дай Всевышний в скором времени, иншаллах, эта напасть, это испытание, оно уйдет, и мы вернемся к нашему традиционному спокойному укладу и будем вместе молиться в наших мечетях. Я желаю всем вам добра, милости Всевышнего. Это тот случай, когда бдительность превыше всего. На Бога надейся, но и сам не плашай. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов. Республика. Есть у вас документы? Есть. С собой нет. Покажите, на каком, основании вы имеете. На основании постановления. Я там живу. У меня там семья, дети маленькие находятся. Десятки автовладельцев столкнулись с подобной ситуацией. С 30 марта и предварительно до 5 апреля въезд в Заволжье ограничен. Такое решение принял председатель городского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава администрации Чебоксар Алексей Вадыков. На пропускных пунктах организовано дежурство, проверяя документы едущих в Заволжье. Въезд на территорию Заволжья разрешен гражданам, имеющим в собственности жилье, недвижимость, проживающим, прописанным, а также временно зарегистрированным и имеющим трудовую деятельность на территории данного административного участка. Проезд разрешен только при наличии с собой подтверждающих регистрационных документов. Те, кто работает на территории Заволжья, проходят по списку. Сотрудники организации, которые работают на территории Заволжья, предоставили нам списки своих сотрудников. Вот проверяем посписочно, кто есть. Паспорт показывают, сверяемся со списками и пропускаем, если есть списки. Если нет списка, то не пропускаем. Я там живу, я вон на заправку доехал обратно. На улицу никуда не ходим, сидим дома. Вон бензин понадобился. Ограничительные меры в первую очередь призваны защитить людей от распространения вируса, а также уберечь леса от пожаров. За последнюю неделю уже зафиксировано около 40 возгораний. Многие горожане почему-то решили, что карантин – это дополнительная возможность отдохнуть на природе, зажечь костер. С 1 апреля в Чувашии введен противопожарный режим. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков. Республика. Аэропорт Чебоксар приостановил работу. Основная причина – сокращение авиарейсов. Спрос на билеты в последнее время заметно упал по вполне объяснимой причине. Жители стараются не покидать пределы своего региона из-за коронавируса. А в штате аэропорта 234 сотрудника. Из них около 200 отправлены в вынужденный простой. Порядка 26 человек, а это охранники, юристы, бухгалтеры и административный персонал, останутся на своих рабочих местах. Управление республики выработало сейчас ряд мер на поддержку. Это и арендные платежи, и отсрочки платежей, и работа с нашими, вступили в конкретную работу с нашими контрагентами, это авиапредприятиями. Но я считаю, что это, я не считаю, я уверен, что ситуация временная, что мы ее преодолеем совместно с республикой, совместно со всей гражданской авиацией, со всей нашей страной. И я думаю, что по окончанию весенних месяцев мы все-таки будем отправлять наших пассажиров
по нашим рейсам, которые до этого у нас были. В столице Чувашии завершился онлайн-хакатон. Оренбург, Тюмень, Набережные Челны, программисты и дизайнеры IT-компаний самых разных уголков России объединились в 25 команд. Все они – выпускники и студенты крупнейших технических вузов и СУЗов нашей страны. Два дня участники хакатона разрабатывали сайты о реализации национальных проектов в республике. В качестве экспертов выступали руководитель Мининформполитики Чувашии Михаил Анисимов и его заместитель Екатерина Грабко. Соревнования проходили дистанционно, как и защита проектов. Капитаны команд в режиме видеоконференции представили свои разработки членам жюри. В итоге три сильнейшие команды разделят между собой призовой фонд в 300 000 рублей.